Дональд Трамп подал апелляцию на его отстранение от участия в первичных выборах президента США в штате Мэн в Верховный суд штата. Адвокаты экс-президента отметили, что генеральный секретарь штата Шенна Беллоус не имела полномочий принимать решение о снятии Трампа с выборов. По их словам, политик не подстрекал беспорядкам, не клялся поддерживать Конституцию и не был госчиновником. Ранее Трампа отстранил от участия в первичных выборах Верховный суд другого американского штата Колорадо. Экс-президент собирается подать апелляцию и на этот вердикт.